победой. Да, спасибо. Несколько вопросов к тебе. Была ли мысль в этом матче, что это реванш за поражение в первом туре? Присутствовало такое ощущение? Я не знаю, как у остальных ребят в команде, но у меня однозначно было такое ощущение, потому что есть желание реабилитироваться за первый тур, потому что мы играли все-таки дома, это было начало чемпионата, и мы хотели начать его как бы на позитивной ноте, а получилось так, что проиграли 2-3, и я как раз ту игру до конца доиграть не смог, травма не позволила, и к тому моменту, пока я еще играл, мы вели 2-0, а потом проиграли 2-3. И у меня лично сложилось такое ощущение, что может нужно было потерпеть там или что-то еще, я не знаю. И, может, мы могли бы закончить эту игру, как бы выиграть. Но как бы мы профессиональные спортсмены и все-таки не в магазин там за хлебом ходим, а переносим очень серьезные физические нагрузки, поэтому травма есть травма, и от этого никто не застрахован, поэтому, ну, однозначно у меня, как бы, я очень хотел, чтобы наша команда, наш клуб реабилитировался и обыграл все-таки нового, как бы, за то досадное поражение дома. За счет чего удалось вырвать концовку второй партии? Ну, я бы не сказал бы прям за счет чего мы там вырвали. Ну, наверное, хорошая подача, блок, но вторая партия вообще получилась как бы скомкана с самого начала. Мы допустили очень много собственных ошибок, невынужденных. Где-то не туда передачу дали, не так дали. И, грубо говоря, мы сами создали себе проблему, а потом героически ее начали решать. И слава богу, что мы смогли все-таки переломить эту партию и закончить ее в свою пользу и всю игру 3-0. Но в концовке, конечно, решил наш блок и хорошая подача. Перед серией домашних матчей будет небольшой промежуток времени без игр. Это хорошо или плохо для игрового тонуса? Есть какой-то особый тренировочный план на это время? Ну, у нашего тренера всегда есть какой-то свой план, или особый, не особый, это уже дело другое. И до следующих игр у нас буквально 2 недели. У нас то же самое был и перерыв сейчас, мы попали в финал Кубка России, и у нас точно такие же 2 недели были перерывы между играми. Я не думаю, что это как-то скажется, но и по поводу настроя, конечно, есть определенный настрой, потому что боевой настрой, потому что мы будем играть дома, там, будем закрывать, грубо говоря, этот календарный год, и хочется его закончить на мажорной ноте. Будем надеяться. Спасибо. Пожалуйста.